Такой цыпленок отлично подойдет для семейного обеда или ужина, а также прекрасно будет смотреться и на праздничном столе. Смотрите рецепт и узнавайте тонкости приготовления цыпленка табака. Можете использовать приготовленную фабричным способом аджику, а можно свою, домашнего приготовления. Добавляйте по вкусу любимые травы и приправы, или даже готовьте на сковороде, обжаривая цыпленка под гнетом с каждой стороны, правда брызг будет. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Цыпленка помойте, обсушите, разрежьте по грудке и слегка прижмите. 2. Накройте пленкой и отбейте. 3. Смажьте аджикой цыпленка со всех сторон, оставьте мариноваться на несколько часов. 4. Растопите сливочное масло, добавьте все приправы. Вкусняшки, подписавшимся. 5. Удалите излишки маринада и смажьте цыпленком маслом со специями, запекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 40 минут. 6. Измельчите орехи, зелень и чеснок, добавьте масло и немного воды, перемешайте, соус к цыпленку готов. 7. Подавайте курицу с соусом, приятного аппетита. Вкуснее тем, кто подпишется. Вот из чего готовим блюдо. Курица 1 штука, аджика 3 столовые ложки, сливочное масло 50 грамм, чеснок 1 зубчик, кориандр 1 чайная ложка, грецкие орехи 4 штуки, соль по вкусу, паприка 1 чайная ложка, приправа 1 столовая ложка, количество порций 4. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. До свидания, друзья!